Ну что ж, ребяточки, всем привет, с вами Александр, мы уже вышли на масштабы, континентальные масштабы, уже едим, уже чуть ли не материки скоро будем есть. И давайте же посмотрим, где мы оказались. Так, а где мы? Мы оказались на столе? Мы на каком-то столе? Или мы снова в кого-то, может, у кого-то в желудке, или... Мы неизвестно, где мы оказались. Ух, жучки новые. Мы таких жучков не ели. Так, это я знаю, это цикада. Где же мы? Это какие-то чешуйки. Похоже на какие-то чешуйки. Так, это что? Это сережки или я не пойму, что это? Так, жучки. Это жучки. Нам не поддаются пока что. Так. Нам сколько нужно? Нам нужно стать всего лишь там сантиметров 10, наверное. То есть это мы быстренько выполним с вами, ребятки. А, это мы в Египте, ребята. Мы в Египте. Это украшение какой-то там царицы, фараона или еще кого-то. А это жуки-скарабеи, 100%. Так, ну я еще не могу съедать даже вот те вот. А это, наверное, какие-то бинты. Или я не знаю. Так, ну я хочу съесть сережки. Не дают нам пока что съесть сережки. Так, стрелочка, вот-вот, указывает нам стрелочка, куда я могу. О, все, я могу уже есть жучков. Скарабей, да, скараб, 100%. Так, идите, я видел, у вас здесь было много, они двигаются по нескольким прямым. Так, уже можно сережки кушать. Вот еще, есть такая линия миграции жуков-скарабеев. Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Все, теперь по линии миграции цикад, или как вы там называетесь. Так, сережечка, еще сережечка. Да, продолжаем маскироваться под цвет того, чего мы едим. Так, все, меняем масштаб. Это еще мы не можем есть. Ну, украшение, украшение. Да, но мы на столе все-таки, да, а внизу у нас это какая-то каменная... В общем, каменный пол у нас там внизу. И мы тоже на столе, знаете, ностальгия, как будто бы мы убегаем из лаборатории. И сейчас съедим машину времени. И так, мы потихонечку сейчас зачистим весь стол. Так... Сережечка, ничего не пропустим. Мы работу свою выполняем на отлично. Жук-скоробей, тебе тоже съедим. О, я уже могу какой-то скипетр. Я съел скипетр. Скипетр Клеопатры. Не пролажу. Уже слишком жирный стал. Ух ты, а ничего меня не замечает? О, здесь кошаки, да, кстати, в Египте же было много кошаков. Они там им чуть ли не поклонялись. О, я уже могу копья съедать. Или это тросточки. Копья это или тросточки. Так, а какие на вкус египетские коты? Так, ну, что-то так еды здесь мало, приходится долго бегать, чтобы найти что-то съедобное. Так, уже могу кушать вот эти вот папирусы. Папирусы. В Древнем Риме, Египте писали на папирусах. В Египте, не. Я сказал в Древнем Риме, не. В Древнем Египте. Ням-ням. Так, а это вот статуя кота, вид сверху называется. Уже какие-то эти... Это у нас что, я ем гробницы котов? Вот такие вот маленькие. О, уже пошли. Люди, 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 идите ко мне. Так. Египт Мау. Я съел какого-то Египт Мау. Это, в общем, что не кот? Это какой-то отдельный вид? Так. И мы справились, ребятки, с этим заданием.